Торжественное мероприятие в честь 102-й годовщины МВД Абхазии началось с возложения венков у мемориала славы в Сухуми. В дань памяти героям, воинам, сотрудникам МВД Абхазии, погибшим при исполнении служебного долга, цветы были возложены и на строевом плацу в здании МВД у мемориальной стены. Министр внутренних дел Роберт Киут поздравил коллег с профессиональным праздником, отметив важность работы правоохранительных органов. Органы внутренних дел выполняют свою задачу по обеспечению правопорядка наших граждан. И, соответственно, я скажу так, выполнять ее достойно. Что можно, наверное, скорее всего, отметить. Хвалить мы себя не будем, но в то же время наши граждане сегодня имеют возможность ощутить ту безопасность и тот покой, который происходит в стране. Вы видите, что ежегодно у нас в стране увеличивается количество лиц, пребывающих с целью отдыха. Этот год, как и все предыдущие, были рекордными. И этот год не отстал так. И с учетом этого мы можем статистически подводить итоги и говорить о том, что у нас на самом деле стало гораздо стабильнее благодаря ответственности и той работы правильной, нужной, которую сегодня сотрудники органов внутренних дел осуществляют в повседневной своей рабочей жизни, так скажем. И, соответственно, мы стараемся улучшить их бытовые условия, улучшить техническое оснащение, что нам позволяет, в принципе, сегодня более лучшем, таком, как скажем, более объемном порядке осуществлять ту задачу, которая перед нами стоит. И во всем это участвует, конечно, и руководство страны. Они постоянно оказывают нам большую поддержку в плане обеспечения. Сотрудники милиции Абхазии выполняют свой долг по защите права и законности, несмотря на все проблемы, которые существуют, отметил Роберт Киут. Самая главная наша задача сегодня – это обеспечение безопасности на дорогах. Это вот та ситуация, которая на самом деле чуть-чуть, так скажем, сложно регулируемая, потому что наши граждане пока, наверное, плохо осознают, что автомобиль является средством повышенной опасности. И я призываю всех, конечно, пользуясь случаем, оберегать себя, своих родных и близких. В целом, могу что сказать. Спасибо огромное всем тем, кто сегодня трудится во благо Родины. Я хотел бы, чтобы народ понимал, что сотрудники органов внутренних дел, невзирая на погодные условия, невзирая на время суток, всегда несут свою службу достойно. За высокие результаты, достигнутые при исполнении служебного долга и в связи с празднованием Дня милиции, ряду сотрудников была объявлена благодарность. Они также были награждены медалями за безупречную службу. Отдельным сотрудникам были присвоены очередные специальные звания. Алика Трапш, Заур Кварчия, Абхазское телевидение.